Согласно информации представленной председателя общественной палаты, срок полномочий члена общественной палаты 10-4 созыва истекает 16 ноября этого года. В соответствии с законом об общественной палате Республики Хакасия, нам необходимо сформировать общественную палату 5-го созыва, которую состоит из 30 человек. Из них 1/3 часть уже утверждена главой Хакасии, 1/3 часть утверждается Верховным Советом Хакасии, и 1/3 часть членов общественной палаты должны будут доизбрать, но избраны члены общественной палаты. Комитет рассмотрел поданные представления от кандидатов и сформировал список из 19 кандидатов, соответствующих требованиям законодательства. Список у вас имеется. В соответствии с регламентом Верховного Совета Республики Хакасия, решение об утверждении членов общественной палаты Республики Хакасия Болгарского принимается Верховным Советом путем обсуждения и голосования по каждому кандидату отдельно. Депутат Верховного Совета вправе высказать мнение по обсуждаемым кандидатурам, а кандидаты могут выступать и ответить на вопросы депутата Верховного Совета. Так как кандидатов у нас больше, чем вакансий, по каждому кандидату будет проведено голосование в 2 этапа. Уважаемые кандидаты, хочу вам напомнить, что вы вправе зарядить самоотбор до голосования. Также довожу до сведения, что кандидат Салутина Лиана Александровна подала заявление о самоотборе. Получается, у нас на рассмотрение остается 18 кандидатов. На первом этапе проводится тайное рейтинговое голосование по каждому из предложенных кандидатов. По результатам голосования 13 кандидатур, получивших наибольшее число голосов депутатов, будут внесены в списки для голосования во втором туре. Я предлагаю вам приступить к голосованию, либо если кто-то есть какие-то вопросы, задать кандидатам. Во-первых, по докладу есть ли вопросы у депутатов? Нет, да? Коллеги, мы должны определиться, каким способом. Да, тайное голосование у нас проводится с использованием бюллетеней и электронной системы. Та или другая сохраняет тайное голосование, решение принятое депутатами. Каким способом? Электронным? Конечно. Давайте, мы с вами уже освоили технику, знаем. Поэтому голосование есть необходимо, что ж. Ну давайте, кто за то, чтобы провести тайное электронное голосование, прошу проголосовать. Да. Принимается. Пожалуйста, Роман Альбертович. Предлагаю голосовать в определенном порядке. Да, ну как? Как определить там? Да. Я кандидатуру первого кандидата Адамян Зерков-Шиевич, президент торгово-промышленной палаты Республики Хакасия. Выдвинут в этой же организации. Хочу выйти на голосование. Так, ставится на голосование кандидатура Адамян. А вопрос, может, кто-то будет? Нет. Ну, можно вставить, посмотреть, чтобы видели коллеги. Вот. Серков Шиевич. Да. У него есть вопросы? Нет. Опыт работы в общественной палате у него есть. Вот, активно работает. Хорошо, поставлю тогда на голосование. Кто за то, чтобы избрать членом общественной палаты Адамяна Серкова Шиевича? Прошу включить режим для голосования. И проголосуем. Кто за, или против, лучше, да. Так, следующий. Следующий кандидат. Гагарин Правошинский Андрей Иванович. Президент Хакасской региональной общественной организации Ассоциации выпускников государственной программы подготовки управленческих кадров. Кандидат от данной же ассоциации. Так, коллеги, есть ли вопросы к кандидату? Нет, да? Значит, ставится на голосование кандидатура Гагарина Правошинского Андрея Ивановича. Прошу проголосовать.
следующий кандидат. Диктор Татьяна Олеговна, исполнительный директор Кавказского регионального общественного благотворительного фонда по Кавказским законным оборотам наркотиков. Кандидат от этого фонда. Так, по кандидату Татьяна Олеговна есть. Просьба встать, чтобы коллеги видели. Вместе работать придется. Да. А? Она что, отсутствует? Но все равно мы обязаны проголосовать на финал списке предварительного отбора. Ставится на голосование. Кто за то, чтобы назначить членом общественной палаты? Татьяна Олеговна, Виктор. Прошу проголосовать. Общественным логистическим фондом «Живая планета». Да,
коллега, здесь кандидат, Елена Анатольевна здесь. Есть вопросы к ней или уточнения какие-то? Нет, да? Ставится на голосование. Кто за то, чтобы назвать членом общественной палаты? Елена Анатольевна Ким, прошу проголосовать. Следующий кандидат, пожалуйста. Вокин Василий Демидович, пенсионер, выдвинут в Красно-Республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Да, Василий Демидович здесь. Да. Активный вообще-то он у нас общественник всегда, на всех мероприятиях, и совет ветеранов по выдвиганству. Ставится на голосование. Кто за то, чтобы назначить членом общественной палаты Василия Дмитриевича Логинова, прошу проголосовать. Да, зафиксировали 41,35. Пожалуйста, следующий. Следующий кандидат. Благодарю, Татьяна Андреевна. Артист, кандидатор. Кандидат Хакасской региональной общественной организации Лига Хакасских женщин Алтына. Так, Татьяна Андреевна здесь? Да. Или нет? Нет. На репетиции говорят театры. Я это просто слышал. Уважаемые коллеги, ставится на голосование. Кто за то, чтобы назначить членом общественной палаты Татьяну Андреевну Майнагашеву, прошу проголосовать. Следующий кандидат, следующий кандидат у вас Аполинский Максим Юрьевич, председатель Хакасской региональной общественной организации общей защиты прав потребителей правозащитных центров, выдвинут платежа организации. Так, Максим Юрьевич здесь присутствует перед вами. Аполинский или Аполинский? Аполинский, наверное, в Апале не был. Откуда фамилия происходит, да. Коллеги, нет вопросов, тоже проводит общественную работу, тоже известный человек. Ставится на голосование кандидатура Максима Юрьевича Апалинского для назначения в общественную палату. Прошу проголосовать. Ольгу Владимировну Родкину прошу проголосовать.
земля Альбина Александровна, эксперт Национального фонда поддержки заповедного дела страна заповедная. Выдвинута там наша помощь. Так, Альбина Александровна здесь, да, у нас присутствует? Или отсутствует? Нет, не вижу. Значит, она что у нас? Эксперт Национального фонда поддержки заповедного дела страна заповедная. Ставится на голосование ее кандидатура. Альбина Александровна Скляр. Прошу проголосовать. Следующий кандидат. Следующий кандидат. Свободин Анатолий Леонидович. Президент региональной правозащитной общественной организации «Экида Портер» по республике Хакасия. Выдвинем даже кандидат. Анатолий Леонидович здесь? Отсутствует. Отсутствует. И мне всегда какое-то название, понятно, секретное. «Экида Портер». Это «Экида Портер» защищает людей. Или как? Я не знаю, я, к сожалению, не знаю. Но, тем не менее, возможно, он активный юрист, грамотный, я не знаю. Поэтому ставится на голосование. Мы обязаны проголосовать. Анатолий Леонидович Слободин, президент региональной правозащитной общественной организации «Египтом Бонтов». Прошу проголосовать. Поделитесь. Следующий кандидат. Сокольник Наталья Михайловна, исполнительный директор ассоциации Совета муниципального образования Республики Хакасия. Выдвинута ассоциация. Есть присутствие? Так, Наталья Михайловна на месте. Так. Есть вопросы, коллеги? Нет. Ставится на голосование. Она с муниципальными образованиями активно работает. Кто за то, чтобы назначить Наталью Михайловну Соколе исполнительным директором, вернее, членом общественной палаты, прошу проголосовать. Темникова Людмила Ивановна, начальник отдела тепловой инспекции и начальник службы измерений, наладки и испытаний ООО «Межсибирская теплосетевая компания». Выдвинута Хакасской региональной общественной организации по развитию экологической культуры и охраны окружающей среды «Живой мир». Кандидат присутствует. Хорошо. Людмила Ивановна, она здесь? Да. Вопросов нет. Она тоже активно работает. Да. Кто за то, чтобы назначить Людмилу Ивановну Темникову членом общественной палаты республики, прошу проголосовать. Пожалуйста. Прошу определиться.
здесь есть. Thank you.
Есть зафиксировано. Следующий кандидат. Попков Андрей Владимирович. Набрал 44 голоса. Ставится на голосование кандидатура Андрея Владимировича Попкова. Прошу проголосовать. Следующий кандидат. Рокина Ольга Владимировна. 20 голосов. Ставится на голосование кандидатура Ольги Владимировны Рокиной. Прошу проголосовать, коллеги. Нам необходимо по этому поводу принять постановление. Проект постановления у вас есть.